Уважаемые друзья, дорогие коллеги, в начале своего выступления короткого я бы хотел поблагодарить наших главных спонсоров, компанию «Клавермед» и «Биоконцепт», за организацию столь значимого форума для нашей страны. Вы знаете, когда мы приглашали всех на данный форум, мы надеялись, что тот самый мультидисциплинарный подход, который имеется в нашей стране и к которому мы стремимся для персонализации лечения не только онкологических больных, но и освещения вопросов эстетической хирургии и в совокупности этих двух специальностей, мы хотели бы предоставить нашим слушателям и нашим участникам ту самую информацию, которая зачастую недостает в их практической деятельности. Речь идет не только о практике, но и об самой теории. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что теоретические возможности на сегодняшний день, если даже не ограничены, то практические возможности во многих клиниках не соответствуют современному уровню. Поэтому те спикеры, которые были приглашены на наше мероприятие, это мировые звезды, это люди, которые имеют определенный опыт не только в эстетической хирургии, но и в реконструктивной хирургии. Те аспекты, которые нам удалось обсудить за эти дни, а именно это аспекты реконструктивной хирургии у больных со злокачественным образованием молочной железы и аспекты эстетической хирургии, безусловно, расширили круг заинтересованных лиц, и участие приняло более чем 300 человек в нашем форуме. Я надеюсь, что данный форум будет только прибавлять из года в год, надеюсь, что этот форум будет ежегодным. И как вы знаете, что это уже второе наше мероприятие. И, конечно же, только в совокупности и только в тщательном общении таком вот в кругу специалистов-онкологов и в кругу специалистов именно по пластической хирургии мы смогли бы добиться тех результатов, которые предоставляют наши коллеги из-за рубежа. Но с большой уверенностью могу сказать, что результаты, представленные нашими специалистами, ничем не хуже. Иногда и даже и можно похвастаться этими результатами. И с большой уверенностью могу сказать, что на сегодняшний день реконструктивно-пластическая и эстетическая хирургия молочной железы в России на высоком уровне. И надеюсь, что данное мероприятие позволит нам только улучшить качество жизни наших пациентов онкологических и улучшить качество жизни наших пациентов, которые приходят за какого-либо рода эстетическими операциями. Спасибо огромное. Надеюсь, что полученные знания помогут вам как в практической деятельности, так и в научной.